Франция допускает пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана, но не хочет, чтобы это привело к обострению обстановки на Ближнем Востоке. Такую позицию выразил президент Эммануэль Макрон. В настоящее время он находится в Австралии с трехдневным визитом. Я не знаю, какое решение примет президент США по иранской ядерной программе, но каким бы оно ни было, нам необходимо готовиться к новым переговорам и более широкому соглашению. Но я думаю, что никто не хочет войны в ближневосточном регионе, и никто не хочет эскалации обстановки, заявил Макрон. Еще в начале года Дональд Трамп пригрозил, что США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, если его условия не будут ужесточены. Он считает сделку слишком мягкой для Ирана. В качестве крайнего срока для выполнения его требований Трамп назначил 12 мая. На этом фоне масло в огонь добавили недавние заявления премьер-министра Израиля. Он прямо обвинил власти Ирана во лжи и сообщил, что вопреки взятым обязательствам, они продолжали разработку ядерного оружия. Иран лгал. Big time.